икроножная мышца, икроножная мышца. Если вы ходите, то используйте икроножную мышцу. Потому что мы живем в неправильной атмосфере. На самом деле, икроножная мышца, да, икроножная мышца. Если вы ходите, то есть используйте икроножную мышцу. Потому что мы живем в неправильной атмосфере. На самом деле, каменный уголь – это изолятор молнии. И энергия молнии, она распространяется по поверхности Земли и создает много озона и водорода. Потому что все растения имеют иголки. И так мы должны жить в высоком давлении, и атмосфера должна иметь собственную гравитацию. Так мы должны ходить очень легко и использовать икроножную мышцу. Но получается, у нас этого антигравитации нету, и мы уже не можем использовать икроножную мышцу. Но я советую все же использовать икроножную мышцу, чтобы у вас получилось ходить.